8 ямальских семей получили льготную ипотеку под низкий процент. Самая низкая ставка составила 6% на весь период действия договора. Получить господдержку могут все жители округа. Величина процента зависит от состава семьи и размера первоначального взноса. Многодетные семьи с тремя и более детьми при наличии первоначального взноса размером 50% могут получить самую низкую процентную ставку. Средства для оказания господдержки семьям, которые желают воспользоваться льготной ипотекой, предусмотрены в окружном бюджете. Планируется, что в этом году получить льготную ипотеку смогут 118 семей. Ипотечные займы предоставляются региональным операторам Ямальской ипотечной компании. Подробности участия в программе на сайте ямалипотека.ру.